мы сыграем в коней и всадниках. Чего? Хочу вам сказать по поводу нашего названия «Отцы и дети». Вот в этом названии огромная есть сила и конфликт одновременно. Вот, ну все знают Тургенева там «Отцы и дети». Отцы – это не только, что вот конкретный папа какой-то, это вообще старшие, это значит и мама, и все остальные. Специфическая роль отца – это уметь учить мечтать и учить реализовывать эти мечты, учить уважать границы и учить их переходить, когда они, в них потерян смысл. И дети. Дети – это не только вот эти дети внутри нас. Там огромная энергия. В позиции ребенка есть важная вещь – интерес к жизни. Его не надо терять. Поэтому мы сюда приносим не только маленькие дети, но мы и взрослые приносим сюда своих внутренних детей, которые здесь начинают играть. То есть человек становится более искренний, у него расширяется представление о мире за счет того, что расширяется доверие к людям, хотя бы к этому кругу. Потому что если мы сидим, не прикасаемся друг к другу, у нас появляется больше недоверия. И мы склонны тогда скорее негативно воспринимать разных людей, процессы, чем когда мы их вживую потрогаем. Вот представляете? И это недоверие потом, как магия начинает работать. Я тебе не верю, ты меня подведешь. И он действительно так делает. Очень хорошо особенно получается у женщин, но не только у женщин, но у мужчин получается тоже. Тоже получается, но у женщин вообще, они как домашние маги. Хорошо думают про семью, хорошо думают про детей, все хорошо случается. Плохо думают, тревожные, все вот прямо запинается, как одна бабушка мне показывала, мы с ней шли, экспедиция на... Смотри, говорит, вон там идет, сейчас, смотри, сейчас упадет. Ты. То есть на расстоянии другого человека просто уронило. Вот так работает мысль. Вот в этой игре дети, отцы и дети чем занимаются? Отец – это тот, кто дает кирпичик задания. Чтобы, но оно такое, чтобы он справился. Если задание очень сложное, то тогда ребенок обижается. Почему ты для него как Бог, а ты как бы не можешь его научить. Если задание очень легкое, ты его обижаешь этим. Как бы унижаешь, что он не сможет. Вот это интересная вещь. С кем мы сыграем? Давай с тобой. Будешь? Играем по парам. Конь, ты встаешь напротив головы. Как только музыка начинает играть, тебе надо обойти и сесть. Чуть-чуть в сторону отойдите, мы сейчас вдвоем с ним сыграем. Обхватить, да, обойти, держаться здесь, сесть на него ногами, обхватить, здесь обхватить, и тогда он попытается тебя скинуть, но ты держись крепко. А если тебя не скинет, тогда награда, он с тобой почетный круг пролежит. Скидывать нельзя, только вперед, вот всем сразу же говорю, кто будет участвовать. Отойди чуть-чуть в сторону. Да, ты ничего не упадешь, ты как бы старайся на него сесть. Готов? Вот Рингала, это такой уровень сложности, который он может сейчас взять. Понятно, да? А в следующий раз он подстраивает его другой. То есть вы не просто даете на себя сесть. Вы ему задаете задачу, ему надо с ней поработать, то есть потрудиться. За труд необходимо его как-то отблагодарить. Если вы ему даете, он выполнял одно задание в школе, вот так бывает в школе, ему другое. Или он, допустим, наносил вам воды, а вы ему еще и пол помой, а еще и паутину подмести. То есть надо соизмерить силы ребенка и вовремя закончить давать ему задание. Вовремя. А если ты сделал это не вовремя,
Получается, в следующий раз у него будет препятствие для того, чтобы войти с тобой в такое игровое взаимодействие. Бывает, что папы сами не доиграли. И им бы не с ребенком посоревноваться. Понятно? А с каким-то действительно, с парнем, инициации какие-то пройти, там, побороться. Ты в морду, он в морду, все довольные. Вот. Поэтому это надо сразу осознать. Ты не только сам здесь, как ребенок, но ты как взрослый здесь, как воспитатель, как наставник.